Всем привет, с вами 5-7. Мы продолжаем играть в Sonic Colors Ultimate. Итак, первое, что я хочу заметить, что мы попали на новую планету Свинт Маунтин. Какой-то карамельный остров. А еще у меня новые ботинки. Фиолетовые, сейчас увидите. Стоять. Не видно. А еще я управление изменил. Короче, я поменял ботинки на фиолетовый. Мне нравится фиолетовый цвет, если честно. А как туда... А, так. Я слышу, что там можно... Нет, нельзя. Воу-воу-воу. О, господи мой. Нет, надо прыгнуть сюда. Опа! Я понял. Го-го-го-го. Я изменил управление. Опять сказал, простите. Так же, как в Sonic Force. Так же, как в Sonic Force, это же самоуправление. Продолжаем. Опа, новый висп. Что это? Давайте заново, я не понял. Который... Ни хрена не понял, но очень интересно. Дрилл! А где музыка? О, привидение. Я не хочу ее использовать. Опа. О. Здравствуйте. Ладно, использую. Гауст. Музыки нет. Лол. Но зато вот так пролетелся. О, блин. Ладно. Я обосрался. Оу. Ясно, понятно. О, пружинки Эггмана. Оу. Ясно, что означают эти пружинки Эггмана. Якина. Так. О, ледочка. Опа. Ах, блин. У-ху. А можно по-русски подсказать? Я не понял. Какие роботы там? А. О, фиолетовые, видите? Фиолетовые. Может, сейчас увидите, что они фиолетовые у меня?
Как там с боссом сражаться, я не знаю, как с ним сражаться с боссом. И куда они? А, да, они же это освобождены. Да ладно, освобождены. Второй ранг. Акт, я имел в виду. О, видите, фиолетовые ботинки. Хопа! Погнали! Ага, ага. Блин, я не могу камеры поворачивать даже. Я не умею такой дрифт делать. Короче, вот так. Как я и знал. Мне кажется, там сразу там финиш, я слышу там. А, я понял. Он сразу смеялся. Ёпки. Там финиш, кажется, я слышу. О, бургер. Не люблю бургеры, если честно. Потому что помидоры, я, если честно, не люблю помидоры. Да не только помидоры не люблю. Петеньки. О, там дрель. Бля. А, блин, сейчас зарядка кончится. Ладно, не важно. О, сейчас ракетница будет. Кстати, если что, я забыл сказать, что я всех виспов слепил. И ну, из этой игры, прям из Ultimate. Потому что в новом висп. Я и нового виспа слепил. Как это? Как это? Ну-ка. Я типа понял. Рокет! Чё? Что это такое? Что так темно стало-то?
Ладно. Спасибо, ну конечно, но пустите меня. Спасибо. Тут была бы ракетница, но я ее не взял, потому что она вот здесь. Там же ничего нет, да? Нет. Ничего нет. Ну, Соник мне медленно бежит что-то. Почему так? Почему Соник медленно бежит, да? Роботы даже сам не знают, наверное. Монетка. Ура. Кстати, я кое-что посмотрю, может быть это изменить. О! Я их освободил. Сейчас кое-что посмотрю. Нет, я не могу изменить кое-что. Я хотел изменить как, чтобы я мог идти по стрелочкам. Ну, то есть бежать. А то не, а не на Эль. Потому что на Эль как-то сложно. Погнали! Оу. Это же те лазеры, которые Sonic Force, там это, дополнительные задания были. Только они... Неважно. Вот там жвачки или это что, эмдемски что ли? О! Ага. Траекторию не видно. А, вот видно, видно. Была видна траекторию. Ну, еле-еле. О, я могу так. Ну да. Не понял. Ну теперь понял. Оп. Ого, как это. Ой, фи не слышу, фи не слышу.
О, вот он. Пятый акт. Пардон. Опа-на, опа-на. Давай, беритесь. Что-нибудь куплю. Кто-то скажет, что это говно там, там продают. А ну плевать, плевать. Плевать. Ёгурные шипы. Да куда ты? Что тебя несёт? Остановись, блин. У тебя колес нет, дурак. О. Вот так, короче, всё. Я знаю, для какого-то веспа, но у меня такого нет. Ура. О, яба. Ладно. Захотелось так, без буста. Стоп, ну... Ну ладно, ладно. За Соника лайк, сам говорит. Шестой акт и босс. Ой, я помню такие. В Sonic Forces тоже такие были.
О, я помню, там тоже все самым было в Sonic Forces, и там тоже такое было испытание похоже на вот на это. Ну, немножко. На, все. Оу. Опять какая-то скотина там стреляет. Скотина, блин. Кольце, кольце, а кольце. Кольцо. О, там финиш, я слышу. Соня побежала к финишу. Опа! А вот и босс. Если бы я был существом, которое нужно спасти, где бы я был? Опыт научил меня исследовать все, что светится. Также опыт научил меня, что лучший способ решить проблему – это дать роботу под зад. Посетители, следует избегать кормления, прикасания или спасения любых существ. Прошу прощения, гигантский робот-убийца. Хотите решить это тяжелым путем или легким? Я знал, что ты именно это ответишь. Станцуем. Итак, с этим боссом я даже не знаю, как с ним сражаться. Вроде вот так надо, да? О, колечки там. И вот так. Ой, забыл. Ща. Упс. Не ту, блин, кнопку нажал. Ладно, ничего не бывает, ничего бывает. Так, камера сна снимает. Буду прыгать просто, и все. Оп. Я нажал на верху, прыгнул. Ладно, не важно. Что делать-то? Сзади подключать сломан. Ясно, я понял, я знаю, я понял. Он сам смирился, короче говоря. Я просто нажимаю на крестик и все. Мне пофиг. Эх. Когда ясненько. Блин. О, дрис. Дрис. Дрель. Я поэкономлю чуть, то есть. Прям на меня прям прыгает.
Промазал? Не попал. Все, победил! Ты чё? Блин, еще хотел колец подобрать. О! А, ну да, свет включился. Не обращай внимания. Привет, Тейлз. Ты пропустил ЛИБВ. Лучшее избиение босса в клан. Итак, Якер дал нам больше информации или частушек, или что он там изображает? Ну, во-первых, помню о переводе. Он не стопроцентный. Поверь, я помню. Итак, эти существа состоят из очень мощных источников энергии, называемая гипер. Она у них внутри. Типа батарейки? Нет. Ну, как бы. Это их жизненный источник. Ты только попробовал часть их силы, и вот что произошло. Батарейка, это еще мягко сказано. Забавно, что он впервые сделал перевод как ужасный аромат тела. В общем, злой человек, и вы наверняка знаете его, которого мы называем Лысый Усач, был... Лысый Усач? Это лучшее, что я услышал за весь день. Нужно это запомнить. Я знаю, я это уже записал. Иначе говоря, он истощает их силу. Все их силы используются для злого водного существа, а злого дельфина? Нет, свинки. О, злой цели. Вот это уже неплохо. Продолжай работать над своим переводчиком. Эй, ты куда? Искать лысого усача, конечно. Я его прям так и назову. Итак... Вот это. Ого. Кубик какой-то. Но это мы в следующей серии. Поэтому, если вам понравилось это видео, то ставьте лайки, подписывайтесь, жмите на колокольчик. С вами был Степа. Всем пока.